Пожалуй, это самый капризный май для Приднестровья. Иногда почти летняя жара, сразу после дожди и штормовое. Ну и самое странное, почти конец весны, а мы все еще в куртках. Когда такое было? Многие задаются вопросом, когда же в Приднестровье придет лето? Если коротко, то в конце месяца. А вот почему погода нелетная, нам рассказали в гидрометцентре. Москва сегодня плюс 25, солнечно, Тирасполь плюс 19, дождь, ветер и штормовое предупреждение. Удивительно, но факт, последние дни в российской столице теплее, чем в солнечном Приднестровье. Вот сейчас ситуация действительно очень уникальная. На востоке Кольского полуострова теплее, чем в Болгарии. И причина этой, опять же, вот эта циклоничность. Циклон сейчас находится один из его центров, правда, он небольшой, но тем не менее, вот на территории Украины, это район Винницкой области, и он нам принес вот обильные осадки. Больше всего досталось северу. В Каменском районе выпала месячная норма осадков. Циклоны, которые располагаются над севером Европы, вот своей областью вот этого низкого давления захватывают нас. То есть они оттесняют вот тот антициклон, Азорский его гребни, который к нам приносит тепло. Поэтому тепло идет, и очень хорошее, но оно мимо нас проходит. Оно через Турцию уходит на Кавказ, а через Кавказ, через Поволжье идет на территорию Российской Федерации. И такая весна будет еще несколько дней. Температура до 20 градусов тепла. А вот уже на выходных плюс 24. Но и это ненадолго. Лишь только, как мы и обещали в конце месяца, в последние дни, у нас действительно установится летняя погода. Что касается осадков, они будут выпадать, так как много влаги, то при прогреве хорошем во вторую половину дня местами будут выпадать осадки, развитие кучево-дождевой облачности, а это значит, что будет и местами есть вероятность падения не только сильных ливневых, но и градов. Как ни странно, на самом деле май в этом году далеко за рамки нормы не выходит. Говорят синоптики, температура ниже среднестатистической всего на несколько градусов. В Приднестровье самый холодный май за все время наблюдений был в 1909 и 1953 годах. Тогда температура воздуха днем была 10-12 градусов тепла.